Восток Морозова сильнее запада Ковальчука. Накануне в столице Южного Урала, Челябинске, состоялся матч всех звезд континентальной лиги. Команда капитана Акбарса не оставила шансов коллективу главной звезды питерских армейцев. 18-11. Лучшим в составе победителей стал местный любимец, представитель трактора Евгений Кузнецов, оформивший покер. Отметим, что в игре приняли участие сразу 5 представителей татарстанского хоккея. Нижнекамский химик Ренат Мамашев отметился одной заброшенной шайбой, а квартет Барсов, Медведев, Никулин, Морозов и голкипер Барулин сразу 5 очками. Причем страж-ворот казанцев сумел за считанные секунды до финальной сирены отличиться, но судьи гол не засчитали. Константин перед броском пересек красную линию, чего вратарю по правилам даже в матче звезд делать нельзя. Продолжая хоккейную тему, высока вероятность, что уже 17 января в матче против «Трактора» в составе «Акбарса» на лед выйдет новичок команды. Им в ближайшее время должен стать лидер подмосковного «Атланта» Николай Жердев. В обратном направлении до конца сезона отбудет защитник Александр Осипов, не так давно перебравшийся в стан казанцев из «Амура». Волейбольного «Зенита» трансфера в ближайшее время пока не предвидится, тем не менее и с нынешним составом обыграть «Гладиаторов» мало кому под силу, даже когда они не в лучшей форме. В этом минувший уикенд убедились спортсмены из уфимского «Урала», уступившие в Казани в 4 партиях. Причем по ходу матча гости имели немало шансов на итоговый успех. Переломным моментом встречи стал 3-й сет, в котором башкиры вели плюс 6, но упустили преимущество. Ну вот мальчик с Америки приехал. Вот я думаю, что он переломил 3-й партии своей подачи. Поэтому это сами виноваты, сами чуть-чуть не дожали, где-то на приеме. Само сказывается недостаток игроков у нас. Чуть-чуть не хватило, наверное, опыта даже. А с парнишкой играет 91-го года, он, конечно, в концовке чуть-чуть. В принципе, счет по игре, я думаю. Поздравляю, Денис, с победой. Этот успех позволил продлить победную серию татарстанцев над своими географическими соседями. Она достигла уже 14 матчей. Последний раз клуб из столицы Башкортостана обыгрывал «Зенитчиков» в 2007 году. Непростым получился выезд в Нижний Тагил у волейболисток «Динамо». Бело-голубые лишь на тай-брейке сумели вырвать победу у местной «Уралочки». Причем по ходу матча коллектив Ришата Гилязудинова вел в счете 2-0. Лучшей в составе победительниц с 26 баллами стала Екатерина Гамова. Без поражений в новом году идет и другой полицейский коллектив Казани. Правда, по хоккею с мячом. В Архангельске подопечные Андрея Стука добились волевой победы над «Водником» 4-3. Этот результат позволил бело-голубым ворваться в квартет сильнейших чемпионата страны. А вот баскетболисты «Уникса» посыл спортивных коллег не поддержали. В Санкт-Петербурге студенты крупно уступили «Спартаку» 84-68. Притом красно-белые не отдали гостям ни одной четверти. Самым результативным у казанцев стал новичок команды Никита Шабалкин. На его счету 22 очка. Следующую игру «Уникс» проведет в рамках Кубка Европы 16 января. В столицу Татарстана в этот день приедет немецкий «Ульм». Футболисты «Рубина» ко второй половине сезона пока еще только готовятся. Сейчас команда тренируется в солнечной Турции и 18 января проведет первый спарринг. Соперник – донецкий «Металлург». Высока вероятность, что в этой игре не примет участие Карлос Эдуардо. Полузащитник в ближайшее время на правах аренды присоединится к одному из бразильских клубов – либо «Сантосу», либо «Фламенго». Евгений Евневич, Всеволод Дворкин, «Вести Татарстан».